Всем привет, ребята! Мы приехали в строительный магазин, хотим посмотреть ламинат. Будь здорова! Спасибо! Правда! Это новый эпицентр. Посмотрите, какой красивый. И он еще вроде бы двухэтажный. Или трех, да. Так, мы прям растерялись. Вошли и растерялись. Здесь есть план, видишь? Можно посмотреть, что на первом этаже, что на втором. Здесь был одноэтажный эпицентр, его разобрали полностью и перестроили. Мы спускаемся на первый этаж. Мы пришли на строительные материалы. Здесь краски, разные покрытия, утеплители, но ламината здесь нет. А нам нужно на ту квартиру выбрать ламинат. Да, пойдемте. По рядам будем смотреть. Красиво так сделали, все уютно, удобно. Остановились, увидели замки на велосипед, хотим купить бабушке. Они по метражам, наверное, разные, да? Не знаю, посмотри, сколько в этом метров. Не написано. С другой стороны посмотри. 150 сантиметров, полтора метровый. А тот? Да они одинаковые. Вот этот, наверное, за 180, который он поменьше. 100. Это метровый. Угу. Вот такой побольше возьмем. Бабушки на велосипед. Три ключика, да? Угу. И защита есть от влаги. О, прикольно. Первая покупочка есть. Кто там лазит у меня в рюкзаке? Кто лазит в моем рюкзаке? Камины. Если мы себе построим дом, то обязательно купим камин. Красивые двери такие. Она гладкая, но она пачкается очень сильно, на ней следы остаются от рук. Да, какая бирюзовая, прикольная. Угу. Нежный цвет такой. Угу. А это как у нас в квартире. А тебе нравится что-то, красавица? Ничего не нравится? Что же у тебя за вкус? Где-то близко должен уже быть ламинат, потому что вот с этой стороны подложка под ламинат. Нам она тоже нужна будет. А вот и ламинат. Мало тут стенков. Угу. Да ну дальше туда будет еще. Нам нужен светлый. Уже определились все, что ламинат в квартире будет светлый. Потому что двери темные, а пол решили покрыть светлым. Там есть белые, есть прозрачные. Это с коричневым такое не пойдет. Да. А вот это вот, да, неплохо. Очень красивый ламинат, мне очень нравится. И вот рядом тоже неплохо. Нет, тут, видишь, соединяется плотно. Ага. И тогда будет поднимать ламинат, будут такие эти выступы. А здесь нет. Здесь хорошая здесь защелка. Здесь прорез. Ну, в принципе, с ламинатом определились, выбрали три пока вида. Теперь походим, подумаем, и потом вернемся, определимся, какой будем брать. Плитки много, но плитку мы уже выбрали. Душевые кабины стеклянные. Красиво, конечно, но мыть их, я думаю, не очень приятно будет. Смотрите, как она идет. Не идет, а пишет. Смотри, какая сумка. Ох, она тяжелая. Попробуй. Да ничего нет, там пустые коробки. Да там пустые коробки.
ты попробуй, какая она тяжелая. Возьми ее. Представь, еще в нее что-то купить, сложить, вообще домой не дотянешь. Давай. О, давай такое зеркальце прикрепим. Куда? Ну, ванну. Ну, так вот, на стену. Здравствуйте. Шо? Вот такое маленькое зеркальце над умывальником. Так это же и большое, и маленькое прикрепляют. А маленькое зачем? Чтобы было удобно краситься. Помнишь, мы когда были в Диснейленде, ну, это не Диснейленд. В отеле? Да, помнишь, там такая штука была? Это вот. Бриться мужчинам удобно. Ну, играть все нормально. Такие для белья кошелки. Оригинально придумали. Я хотела такой кусочек очень. Лимона или мандарина. Лепестки из-под цветочков. У меня такая расческа есть. Да. По первому этажу прогулялись, теперь едем на второй. Там студия света. На лифте можно было так. Ну да, и лифт есть. Прикольно. Все так переделали, красиво. Очень просторно, много товара. Долго поднимаемся, да? На этом этаже тебе уже будет поинтереснее. Здесь побольше товара интересного. Рыбацкий есть. Все. Всем пока. Всем пока, да. Какая красота. Мишек увидела? Да. Тебе не хватает дома мишек вот своих? Мне. Подарите мне это на 14 февраля. Сердце такое? Да. Ого, тебя за ним и не видно. Подарите. Зачем тебе такое сердце? Оно больше, чем ты. Ясе очень нравится ждун. Говорит, купите мне. И он будет ждать меня постоянно со школы. Да? Да. Ну все, жду. Оставайся и жди Ясю до следующего раза. Оставайся. Яся присмотрела себе кресло для рыбалочки. Скоро потеплеет. Будем часто с папой ездить на рыбалку. Нужно удобное кресло. А теперь мы зашли на детский отдел, где есть вещи, игрушки. А с другой стороны, получается, растения. Классно, да, здесь? Кто-то клянчит, незаметно, что кто-то клянчит эти наклейки. Да? Незаметно? Ну, давай сделаем вид, что мы не знаем эту девочку, пойдем дальше. Прикольно, мам? Да, прикольно, у нас уже этих наклеечек дома. Я знаю, я тебе просто показываю. А, просто показываешь? Ну, покажи, да, просто покажи. Вот эти прикольные, ну, из этой стороны, или с этой стороны. А у нас были такие, да, помнишь? Я мы покупали. Я же за это. У меня же когда-то такое было, они все разрывались. Разноцветные, а да. Я, помнишь, как я их любила? Я с ними постоянно. Они тянутся хорошо. Да. А это что, сквиш просто? Yeah. Ух ты. Да. Вот, попробуй. У меня внутри что-то видела. Такое тяжелое и крупное в этом банане. А еще ты видела? Да, прикольно, мне нравятся такие. Это Жалко. Леди. Смотри, какая красивая. Угу. Черепашка. Что у них внутри наполнено, я не понимаю. Такие они тяжелые, как будто бы там песок. Здесь, детка, можно побегать. Зона развлечений. А ты думаешь, тут можно бегать? Конечно, я думаю, детки здесь могут поиграть. Но побегать хочется, да? Классный рюкзачок. А. Нападение акулы. Ну выбирай блокнот, ты хотела? 101-й блокнот себе купить. Смотри, какой песик. А зачем тебе прям маленький-маленький? Можно его было кого-то брать, так ну, это совсем простенький. Ты ножницы уже нашел? Да, титановые.
хорошая? Самые дорогие, которые были. Да? Отлично. Да. Нашла? Да. Смотри, какой. Смотри. Да нет, не такой. Нет. Но это не такой уж и маленький. А вот, смотри. Ну, с крокодилом. Это ж мальчик. Ну вот, смотри, с собачкой. Вообще миленький, смотри, какой. Мне нравится. И он размера среднего, видишь? И цвет красивый. Собачку. Ну, бери какой хочешь. Выбрала? Да, вот такой маленький. Наконец-то. Наряды для животных. Да. Это Басе нужно здесь костюм покупать. Смотри, какая жилетка. Так она ровная. Ты прикинь, такую Басе здесь. А вот песик сидит. Продается. Вот такую Басе. Статуэточка. Вот, я в такой худи. Смотри, какой красивый. Да вот, вот, поменьше, Басе. Классная, да. А ну, разверни. Смотри, какое худи. Вообще, да, класс? Басе. Ага. Да, ну, Леша говорит, нужно только с ним можно мерить. Можно Воле купить вот эту вот дом. А давайте купим? Или жилетку, да, вот такую? Жилетка и жарко, а вот давайте купим. Да, Лоле купим дог. Типа Лола у нас собака. Посмотрите, что Ярослава нашла. Что это за инопланетянин? Это для хомячка? Да. Поилка, да? Давайте такой возьмем нашему хомяку. Домик. Колесо, смотри, какое маленькое колесо. Да, он туда даже и не поместится. Вот можно по трубе съехать. Для мини, это вообще для мини, да. Ну смотри, какие красивые. А это тоже наша мечта. Когда будет дом, камин, вот такой кокон. Смотри, сколько много здесь их. Класс. Удобно? Я тоже себе хочу такое. Только жаль, что нам его ставить негде. Только жаль, что мы еще дом не купили. Ну, класс. Здесь убрать у меня в комнате шкаф. Удобно? Что тут можно и заснуть? Да? Можно прикимарить, как сейчас она была. Красота. Такой выбор здесь большой. А вон, Ясь, пойди посмотри, здесь побольше есть. Иди сюда. Тебе понравится. Иди сюда. Смотри. Вот здесь можно выспаться. А здесь можно спрятаться, как ты любишь. Папа, садись со мной. Смотри, здесь и вдвоем можно посидеть. Почили со мной. Почили, мы на расслабоне. Ну да. Разбудишь нас, когда погуляешь тут, конечно. Договорились. Вернулись мы уже домой, погуляли по эпицентру, заказали ламинат, выбрали белого цвета, купили кое-что для дома. Ну а сейчас у Лолы у нашей будет тренировка. А как она будет проходить, я вам и покажу. Ты готова, красоточка? Выспалась? Отдохнула? Набрала сил? Ты что, засыпаешь, Лола? А? Балдежница. Ну что, готова Лола к тренировке? Идем со мной. Лола у нас учится кататься на скейте. Умеет уже. Уже умеет? Каждый день у нее тренировочка, чтобы она не забыла. Усаживайся поудобней. И вот так вот по квартире ездим туда-сюда. Ей не страшно, нравится. Разворачивайся. Уехала все.
Лола, возвращайся. Сидит. Оп, все. Надоело. Прокатилась и хватит. Ну а что, погода не позволяет, приходится в квартире кататься. Ну что, друзья, на этом наше видео и закончится. С вас лайкосик, а с меня новый видосик. Пока-пока! Шу!